Сегодня 7 апреля 2022 год. Ванкувер, штат Вашингтон. Сегодня необычный день. У нас сегодня в гостях сам дядя. И дядя не просто дядя, а дядя с Саус Каролайна или Норт уже. Я что-то забыл вот это уже. Дядя. Саус. Саус. И город у тебя так красиво звучит у тебя. Город. Вау, Спартанбург. И вот смотрите, он подходит и написано Open. Но не для всех. Не для всех, заходите. Так, я иду обливаться. А вот смотрите, Дмитрий Иванович. Дмитрий Иванович, ну красиво же здесь, а. Сейчас идем за ее родную. Смотрите, как все у нас здесь. Сейчас давай за ее родную Южную Каролину. Ну давай. Вот, красота просто, смотри какая. Вода. Сколько хитов? 160 фитов, органик, органик просто. Из-под земли? Да. Самого дна океана. Да, здесь темновато, но видно, красота. У нас музыка, барабаны. Вот, потом у нас есть клавиши. Мы будем играть вот это. Удивительно, такой старый церковный орган. Ну и, конечно же, у нас есть гитары. И вот такая просто красота здесь. Ну вот смотрите, неплохо, неплохо им здесь. Они чувствуют себя вообще прекрасно здесь. Отлично. Это еще не все. И у нас еще в этой части красота. Пожалуйста, смотрите. В поле стоит, кажется, стол. Он необычный стол. Со светильниками, правильно? Ночь уже на дворе. А Женя, пожалуйста, вкушает с благодарением. Ну, в общем, такое состояние. Среди поля вот это париться, вкушать и чувствовать себя великолепно. Идем дальше, на кухню. Смотрите, что у нас творится. Красота. О, смотрите, ну рыба, конечно. Рыба висит здесь. То, что нам надо. Больших размеров. А так, конечно, все красиво у нас здесь. А костер действительно классный. Красивый. Ну что, написано open. А смотри, Дмитрий Иванович, я вас не раз здесь снимал вот так вот, смотрите, вы лежали. Ой, я понял. И по-прежнему, смотри, вы лежите так же красиво, смотрите. Дома. Ну я понял, наслаждайтесь. Слава Всевышнему. Да, наслаждайтесь вот это. Наш прекрасный вечер продолжается в кругу друзей. Старый Мариуполь свел и сблизил нас. Жаль, в твои глаза смотрю последний раз. Старый Мариуполь месяц словно день прошел. Как же я жалею, что тебя нашел. Вампаранак, как всегда бывает, если полюбить. Осень наступает, и идут дожди, идут дожди, идут дожди. Вампаранак, чем вы питаетесь здесь? И была курочка была,
Теперь у нас рыба, форель. Красота. Дмитрий Иванович, вы смотритесь просто у этой баньки еще, смотрите. Где у нее... Кстати, ваш сон завтра дожди. Точка! Класс. Что мне нравится, что Женя всегда просто брал гитару и всегда пел. Красавец просто. Спасибо тебе, родной. И смотри, и у тебя сзади, смотри, вот это желто-блакитный. Красивый. Под Вашингтоном солнышко сегодня, с другом моим, сегодня юбилей. Он преданный тысяч слуг, его уважает король. И если король умен, он чтит своего шута. Юродивость не порок, когда говорит пророк. И если король не глуп, и кровь благородная его, он выше тысячи слуг, чтит шута своего. Когда замолкает шут, за дело берется палач, хоть топор его прячь, они с судьей заодно. У них есть месячный план, его изобрел прокурор, когда был изрядно пьян. Когда замолкает палач, за дело берется король, что есть у народа боль и дарит людям любовь и милость добрый король. И вдруг прокурор протрезвел, забыл ремесло палач. Налоговый полисмен играет с детишками в мяч. Бояре сажают цветы, вдов и сирот ждут, а рядом с троном царя сидит, улыбаясь шут. Мне бы вернуться в дом пятиэтажный, в старый колодец Невского двора. Все, что оставил там, наверное, важно, завтра не вернут вчера. Завтра не вернут вчера. И теперь как голубь окольцованный крылом, вот думаю, вот сейчас вот его просто выторкну я в дверь. Вот и все, но только под распахнутым окном машет мне рукою. А мне бы вернуться в дом пятиэтажный, в старый колодец Невского дома. Все, что оставил в нем, конечно, важно, но завтра не вернут вчера. Завтра не вернут вчера. Чудово. Молодцы. Чому мені сниться, як знову і знову гуляєм з тобою по рідному Львову, там пахне весною, і сонце сідає на березі річки, якої немає. І дивляться леви на тебе ласкаво, і варять бажання і запахом кави, і вільно на розі між пеклом і раєм. У Львові так просто своє не вмирає. Тихає місто весни моє,